Вот вывела наша квочка цыплят, итальянская несушка. Там два я забрал вчера вечером, вылупились, и 4 шабо. Вот сегодня она утром вылупила, они повыпрыгивали все из гнезда. Вот все вывелись. И вот один вот такой вот вылез. В общем, никаких признаков жизни у него нету. Но мы сейчас с вами сделаем чудо. Сейчас его поставлю в инкубатор теплый, и он отогреется. Он еле шевелится, вообще практически без признаков жизни, он холодный. Чтобы не терять время, я погнал вот этих малышей, сейчас буду уже переселять. Вот мы его сюда поставили. Сейчас будем отогревать его. Все, сейчас этих заберу, переведем их уже. Переселим их в отдельную клетку с мамой. Не фокусирует. В общем, он вообще практически не дышит. Все, закрываем. В общем, вот наш малыш. Ой. Нога застряла у него. Вот эти самые старшие, которых я вчера забрал, сейчас я их буду запускать к маме. Они уже отогрелись. А этот еще у нас здесь поживет. В общем, такое бывает не часто, но бывает. Бывает, что индюшка выводит индюшат, индюшонок где-то за гнездо выпадет. Утром приходишь, а он лежит холодный. Взял его, отогрел, кинул под лампу, в руках там. Короче, в тепло его сразу определил. И индюшонок или цыпленок, он сразу отходит, начинает сердце биться, дышать. Такое бывает. Пишите в комментариях, бывает ли у вас такое тоже, потому что у меня бывает такое. Я первый раз, конечно, был очень удивлен. Просто ты, получается, возвращаешь птенца к жизни. Уже и сердце не бьется, он холодный полностью. Но если его вовремя отогреть, если успеть, то сердце начинает биться, он начинает дышать, двигаться. Через время вот такой вот цыпленок активный уже. Но еще совсем-совсем крохотный, маленький. Еще он будет тут в инкубаторе, а эти малыши сейчас пойдут к маме. Вот эти шабошки. Даже будет как папа. Пестренький такой. В общем, сейчас с вами пройдусь. Определим их там. Вышло уже, распогодилось. Тихо, только не в воду. Вот наша мамка, получается, там под ней 7 штук, 6 куропатчатых и один серебристый. Опача. Опчик. Все, бегите к маме. Опаля. Опа. Чик. Все.
сейчас они все туда к ней побегут. Семья воссоединяется. Жди меня, программа. Без объятий, правда. Без слез. Но тем не менее. Ну давай, еще два. Вот она уже учит их клевать, насыпал корма там. Они уже все возле ее клюва. Сейчас будут цепляться за сережки, как всегда. Эти два пока еще притормаживают и не бегут к маме. Красивые у итальянской несушки цыплята, все такие, как вот, смотри, что творится. Все такие, как дикие поросята, вот. Полосатые. И уже вот в суточном возрасте, как только цыпленок вылупился, можно определить, где петушок, где курочка. Они аутосексные. Я не смотрел, никогда не смотрю, потому что что вырастет, то вырастет. Ну все, еще один добрался, и еще вот этот парень, ага, он уже нашел корм. В общем, семья воссоединилась, все у них хорошо. Сейчас они перекусят, потом подойдут к воде, попьют воду и будем расти дальше. Так, получилось 9 штук итальянской несушки и 4 шабо. Вот такая вот прелесть. Ну все, до новых встреч, господа, на просторах Ютуба. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. До новых встреч.